Общегородская весенняя ярмарка рабочих и учебных мест организована в соответствии с государственной политикой занятости населения. Она заключается в том, чтобы предоставить гражданам право на выбор рабочего либо учебного места посредством широкого и доступного информирования. Здесь не требуются посредники. Это напрямую. Человек приходит, общается с работодателем, обговаривает условия приема, узнает, какие условия работы на этих предприятиях. И, конечно, в течение одного дня уже можно, в общем-то, найти себе работу. По статистике, не менее 10% посетителей ярмарки в этот же день находят себе работу. Одной из таких счастливец хотела бы стать и Анна. Образование она уже получила. Теперь хочет найти подходящее место для реализации своих навыков. Я рассматриваю в двух направлениях себя, либо учителем русского языка и литературы, либо офис-менеджером. Я так-то в базе центра занятости смотрю вакансии. Ну, здесь есть возможность непосредственно с работодателями поговорить. На ярмарке можно узнать о состоянии рынка труда в Армавире, спросе на рабочую силу, условиях и содержании труда. Кроме того, представлены работодатели, которые принимают сотрудников без опыта работы. Это очень актуально для выпускников вузов и техникумов. Помимо полной занятости, можно найти работу по совмещению, что востребовано у студентов. Для чего мы приглашаем работодателей и студентов? Некоторым работодателям действительно нужно, может быть, в неурочное время прийти и выполнить разовые работы. Я здесь вижу вот и торговые точки, которые в летний период будут предоставлять вакансии. Школьники смогли познакомиться с образовательными организациями и специальностями, которым они обучают. Матвей Пономарев учится в 8 классе и всерьез задумывается над выбором будущей профессии. Ярмарка помогла юноше определить круг вузов, которые можно рассматривать для поступления. Здесь можно расспросить представителей университета, и все-таки компьютер не может дать всю подробную информацию про университет. Я пообщался со многими вузами, на данный момент, поскольку я собираюсь заканчивать 11 классов, я присмотрелся к АГПУ, но все-таки я планирую на что-то связанное с биологией выбирать. Участниками весенней общегородской ярмарки рабочих и учебных мест стали 14 образовательных организаций, а также 39 работодателей, которые представили 350 вакансий. Влада Волошина, Артур Кржанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».